Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, заберем с тобой выполненные задания. Здесь. Тут. Так, откройте карточки, потратьте 500 тысяч монет. Ну, а дальше все по стандарту. Моды, ПВПшка и ускорение. Давай-ка мы глянем, что у нас в инкубаторе. Что у нас тут происходит? Да ладно, ты серьезно? С первой попытки, друзья мои, у нас новый Афиакамим. Ничего себе. Но он выглядит как Афиакадон и этот, как же его, попрыгунчик. Ну ты понял, да, короче. В общем, друзья мои, у нас он открывается. И теперь, сколько он стоит там по ДНК, я не знаю. Прокачиваем его до 10 уровня. Это у нас травоядник. Но... как говорится, эпический. Не знаю, насколько он будет хорош в поединках, но я думаю, против летунов он будет заходить на ура. Так, забираем с тобой награды. Что дальше мы делаем? Я хотел выводить еще одну породу динозавров, новую. Но для этого мне нужен... теперь найти его нужно. Так, этого я скрещивать не могу. Хотя вы писали скрестить. Нет, ребята, пускай будут у нас два динозавра по 10 уровню. Так, где же у нас Гетца-то? Ё-моё, а? Найди вот его теперь. Гетца у нас скрещивается. Слушай, а гигантозавр с кем у нас идет? Со скалозавром. Так, и это будет гиганоцефал. Слушай-ка, у нас есть вообще? Только за янтарь, да, получается? Хотя... да, только за янтарь. Так, это у нас Кеца. Кеца у нас скрещивается с Птеранодоном. Это нам не годится. Так, мне нужен... другой наш летун. А это не то. Вот он, гадс. Вот он, родной. Так, он у нас скрещивается с пеликанимимом. Ну, пеликанимим у нас уже, по-моему, есть 40 уровня, насколько я помню. Да, вот он сидит уже и ждет, в принципе, своей участи. Твою налево. Ну зачем ты меня сюда-то перекинул на него, а? Так, это он? Нет, это колоболик. Вот он, гадс. Ну что, будем делать эволюцию. Да, ребята, будем делать эволюцию. А, тут еще ускорить можно бесплатно. Тогда еще лучше. Посмотрим результат. Забираем. Помещаем. И прокачиваем. Так, давай-ка мы, наверное, быстренько с тобой сделаем. Так. Поместить. Прокачать. Ну и следующая эволюция. Так, 30-ка, да? Давай быстренько. Эть, не вышло. Окей. Давай еще попыточку. Замечательно. Просто красота. Ну что, 40-й уровень. А вот теперь делаем с тобой слияние. Вот все. Так, 4 часа он будет выводиться. Прекрасно. Ну что, за один день 2 эволюции. Я считаю, что это круто. Так, здесь мы с тобой Оуна отправим. Здесь заберем награду. Кстати, скоро 48 уровень. Возможно, даже сегодня. Так, что у нас по событиям? Давай смотреть. Так, без ограничений. Плюс только травоядные и только для обычных. Битва за выживание. Плюс бегство. Но бегство я вряд ли потяну. А вот это, скорее всего, мы сделаем. Так, Синтетоцератос, Археотерий и Дедикурус. Значит так, берем с тобой пещерника. Сюда мы возьмем нашего, как он там, ледышка, короче. А вот против этого возьмем Келлинкина. Поехали, друзья. Думаю, здесь у нас все будет тютелька в тютельку. Точно, как говорится, как в аптеке.
По крайней мере, у нас все подходит против наших противников. Ну, а тебе оплеушку такую, скажем, да? Так, смотрим на реакцию нашего противника. И он сменяет. Берет Архиотерия. Еще и атакует. Это было борзо. Ну что, давай, выходи, родной. Тоже бомбанем разочек. Давай. Отлично. Так, что он сейчас будет думать? В атаку пошел, прикинь. Он пошел в атаку, это было глупо. Как по мне, с его стороны. Раз, два. И бонус. Ну что, разносим в щепки, да? Шикарно. Так, ну что, давай пободаемся. Кто кого. Молодец, красавчик. Какой же ты красавчик. Как раз под моего пещерника выстрелился. Так, ну что, здесь, я думаю, одной плюшки будет достаточно. Давай две сделаем. И вот так сносим его к ядрене фении. И выходит Дэдди Курус. Давай, давай, выходи, выходи. Не бубни там. Сейчас тоже получишь звездюлей и отлетишь. И он все тратит. Всю свою атаку, прикинь. Ну что, Келлинкин, давай проучим этого Дэдди Куруса. Вперед, птенчик мой. Воу-воу-воу-воу, разогнался-то как. Отлично. Красиво. Это было действительно красиво. Ну что, друзья мои, первая победушка за нами. Нам нужно еще, по-моему, там одну сделать, да? Главное, чтобы было кого выставлять. Так, давай, только не вылетай, пожалуйста, игра. Я тебя прошу. Монстр биокупола. Так, смотри, здесь у нас Индрикотери. Против него мы возьмем нашего мамонта. Эндрю Саркс. Здесь нам против пещерника взять надо Уртинотериума возьмем. Так, а вот против этого мы возьмем с тобой Амфициона. Все, друзья. Должно быть топчик. Блин, хотелось бы, конечно, с удара этого вынести, но у него останется совсем чуть-чуть здоровья. На-ка тебе. Кто-то меня поправил в комментариях, сказал: Рэй, это сородище не жирафа, а лошади. Возможно, он прав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эндрю Сарс, хорош. Вышел ты, прикинь? Вышел тут. А мы с тобой сделаем вот так. Ну и что ты на это скажешь, парень? Менять будешь? Меняй. Синтета Цирас. Угу. Еще будешь атаковать? Молодец, красавчик. Какой же ты красавчик, а? Ну что, я беру Амфициона. Ну и, наверное, пропишу ему три атаки. Вырубим. По идее, вырубить должны. Есть контакт. А вот против этого, конечно, тут Эндрикотери сейчас меня с двух плюшек уложит. Но зато потом мамонт его, друзья мои, просто пришибет. Давай, родной, выходи. Нам нужно с тобой сделать сколько? Так, он две взял, может быть. Давай вот так вот и бонус. Интересно. Решил своим Эндрю Сархскому сходить. Ну сколько ему надо потратить? Три атаки, две остается у него, да? В общем, он не жилец. Он не жилец, потому что сейчас мы его растопчем. Бедный мой мамонт упал. Упал, понимаешь? А вот теперь смотри, самое интересное. Тем более он всего лишь одну защиту взял. Все, ребята, раскрамсули, досвидули. Ну что, победа за нами. И мы забираем с тобой, естественно, нашу награду, наш приз. Сладкий, утешительный. Ну-ка, колесико крутим. И что же мне здесь? Твою налево. Тут была легенда, здесь была легенда. Но мне выпадает Мегистотерий. Плохо.
Я очень недоволен. Ну что, идем с тобой на следующее событие. И у нас здесь только травоядные. То есть вы хотите сказать, что я буду против хищников или как? Ну-ка давай глянем. Зашибись. Как я здесь должен, извини меня, сыграть? Ладно, попробуем, наверное, вот так вот. Заодно и проверим этого Афиакамива. 198 к атаке. Ужас. А ну-ка. Ну все, тебе, парень, крышка. Крышка же, да? Да. Выносим его. Опачки! Твою ж налево. Какая, блин, крышка, ребята. Не хватило мне, оказывается. А вот теперь мне крышка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как же так-то? Да-да-да-да, вот это мыло пухнулись. Ладно, хорошо-хорошо, я ничего против не имею. Обделался по полной программе, но я буду дальше пытаться. Я буду дальше пытаться, и на этот раз я возьму эрликозавра. Давай-ка посмотрим, что он скажет по этому поводу. Ой-ой-ой, 91 атака всего лишь. 91 атака. Берем бонус. Берем с тобой бонус. Вот как вот с такими бизонами здесь драться? Ну вот объясните мне, ребята, как? Раз, два, бонус. Ага. Ну что, теперь, я думаю, нам пора его атаковать. Раз, два, три. Ну да, в принципе, мы его ушатываем. Но это был только лишь алангозавр. Я не знаю, кого они там нам дальше подсунут. Если какого-нибудь там эпического хищника, то все, мы сразу сдуемся. А пока победушка. Так, получится с тобой немножко ДНК. Давай. Ой-ой-ой. Тираннозавр плюс Димитродон. Вы сейчас серьезно вот это все делаете? Это как же я вот тут вот должен, ребята, их выносить? Ну, Стегоцератопс, например, будет, да? Здесь, а вот против Димитродона. Ну, давай возьмем Эниозавра. Ну, мне кажется, что это беспонтовщина какая-то будет. Ладно, попробуем. Так, у него 176 к атаке, поэтому берем сразу бонус. Он сейчас две атаки, наверное, влепит мне, да? И большую часть здоровья... Нет, смотри, какой умный. Ты гляди, какой умный-то, а? Раз, два. Так. Смотрим. Все. Ему крышка, ребята. Мы его сейчас пробиваем. Он сделал полностью слив. 305 хп им нужно отнять. Поехали. Иди отсюда погуляй. Ну а вот и Димитродон, собственной персоной. Ему надо потратить. О, он всю атаку слил. Ну что, Эниозавр, давай попробуем. У нас 60. 60. Да, нам хватает. Даже с лихвой. На-ка, улетел. Кубарем просто покатился. Так, ну что, здесь тоже неплохо у нас прошло. А вот еще последний поединок. Сейчас будет 3 динозавра, я так понимаю, да? 3 динозавра и все 3. А, нет, алангозавр. Вот что прикажешь мне здесь сделать? Нет, ну я возьму, конечно, анкилодока. Но, блин. Так, надо нам с тобой сделать откаточку. Так, ладно. Берем анкилодока и, может быть, взять нам... Тогда знаешь, как мы сделаем? Вот так и вот так. Рискнем. Первый у нас будет как пушечное мясо. Да, вот этот Унайзавр, потому что мы будем брать с тобой бонусы.
А на Анкилодока вся надежда. Смотрим. Сейчас он его с двух плюшек вырубит. Ты гляди-ка. Не стал ничего делать. Удивительно. А теперь? Ну, есть. Все сливает. Ну давай, родной, не подведи меня. 141 атака. То есть нам нужно... Раз, два. Этого достаточно, чтобы его вырубить. Плюс мы с тобой возьмем. Раз, два. И вот так. На тебе. Да, Анкилодок, конечно, тут крут, не поспоришь. Ну что ты явился, не запылился? Фиг ты меня пробьешь, парень. Так, ребята, будем вырубать его сейчас. Я буду все сливать в атаку, чтобы нам лишний раз не рисковать. Все, он готов. Отлично, мы с тобой отыграли. Травоядниками против хищников. Это, конечно, огромная опасность, но ты видишь, все у нас получилось, все отлично. Так, набор. Ух ты, нифига сколько ДНК. И еще один спинозавр нам выпадает. Плюс 325 очков доверий. Друзья мои, нам чуть... Ох ты, спинозавра теперь можем выводить. Друзья, вот это круто. Вот это действительно круто. Так, а кто у нас тут? Угу. Наш карнотавр. Так, это у нас новенький динозавр. Отлично, значок собрат. Так, давай-ка мы его прокачаем чуть-чуть. А с кем он, интересно, гибридом становится? Он с пирораптором. Но жалко, что мы его не можем выводить. То есть в магазине у нас его пока нету. В магазине у нас с тобой нету. Так, здесь мы забираем награду. Так, слушай, что у нас там на рынке? Давай посмотрим. Спинозавр, где ты? Где ты? Радость ты моя. Вот он. Вывести. Это только первый, да? Нам нужно с тобой... Сколько нам... Подожди, что-то я пролетел, по-моему, да? Вот он. Нет, это не то. Стой, что-то я потерялся. А где ты? Раджозавр. Не понял. А ну-ка. Где мой спинозавр? Друзья, я что-то не врубился. Вот он. Так, он 1500 ДНК стоит. О-ля-ля, я что-то, честно говоря, не думал, что так дорого. 1500, ладно. Так, у нас с тобой здесь забираем. Рогатые близнецы тоже забираем. И у нас... Ага. Велоцираптор, да? Давай-ка, наверное, сменим. Да подожди, ты куда-то меня подкидываешь? Мне надо сменить. Изменить. Так, не цвет голограммы, а вот. Велоцираптор теперь у нас тут будет стоять. Шикарно. Так, заберем с тобой здесь награды. Не вылетай только. Ну, разве игра будет меня слушать? Конечно же, она вылетела. В самый неподходящий момент. Ладно, фиг с ним. Заберем здесь награды еще. Допустим. Так, а спинозавр, где он у меня вообще шуркается? Я помню, где-то... Так, это не он. Это не он. Я его где-то с краю ставил. Точно помню. Где-то с краешку. Хм, интересно. Стегоцератопса. А мы можем с тобой еще вывести? Ой-ё! 9000 ДНК стоит, ты представляешь? Так, это ютораптор там бегает. Хм. Куда же я его поставил, что... Да, вот он. Нет, не то. Это иритатор.
Афиакадон. Вот когда надо, не найдешь. Когда не надо, он тут как тут, перед глазами маячит. Ладно, фиг с ним. Давай смотреть дальше, что у нас еще там по событиям есть. Битва за выживание. Столкновение с Насута Цератопсом. Так, он нам нужен? Ну, как бы можно было, давай глянем. Так, и нам дают против него. Ну, в принципе, ребята, давайте-ка, наверное, возьмем следующее. Так, возьмем Диплотатора. И возьмем, наверное, Эдиуморфодона. Ху, 600 тысяч монет я заплатил за это все. Но, как ты понимаешь, тут одной атаки будет достаточно. Поехали. На тебе, Олух. Так, выходит следующий, да? Нам, наверное, надо было все-таки поменять. Нам надо было поменять, наверное. Вот так я сделаю. Атакуем. И отсюда погуляй. Так, следующий выходит. Или даже надо было брать Эдиуморфодона. Я, наверное, сейчас на него переключусь. Так, он две атаки опять слил. Две атаки слил. Две атаки сливаем мы. На-ка, пташечка. Смотри, уровень потихоньку растет, растет, растет. Он крепчает, крепчает. Я сейчас думаю, там будет в конце бизонище просто. Так, значит, раз, два, три и бонус. Ах ты, жук ты навозный. Хорошо. 5 очков действий, 5. Что-то он ничего не стал делать. Раз, два, три. Раз, два. Вырубаем. Прекрасно. Так, уже 34 уровень. Там 38. Сколько будет сливать он? Все, он абсолютно все сливает, друзья. Всю свою атаку. Ну тут понятно, он вырубает. Но зато следом врубаем его мы. Да? Так точно. Нам одной атаки будет достаточно. Погнали. На-ка тебе. Выходит. Какого там? 38 уровня. Причем две штуки будет. Окей. Берем с тобой все бонусы. Раз, два, три. И одну защиту. Хлопчик. Готов. Почему-то здесь пониженный пошел, 37 уровень, непонятно. Ну все, все, хорошего Кеннинаса. Ой-ой-ой, как больно-то сейчас нам будет. Шучу, ребят, какой больно. Раз, так. Ага. Два, три. Защита. Бумс. Угу. Выходит 37 уровень. Там, кстати, 40 дальше идет. Это последние два. Ну что же, я, наверное, сделаю вот так вот, с вашего позволения. Поехали. Здесь полностью, здесь полностью. Кранты. Ну и последний. Насута Цератопс выходит 40 уровня, 125 атаки. Неужели уничтожит? По идее, не должен. А вот я сейчас все слью. Все свои 8 очков действий в атаку. И должны мы его ушатать. Да. Просто отлетел. Диплотатор, это крут. Это крут, ребят. Ну что, забираем с тобой награду. А именно Насута Цератопса. Ух ты, это даже наборчиком идет. 100 долларов. Так, и очки, 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 очки доверий. Блин, всего лишь 130. Я думал, будет больше. Угу. Что у нас еще с тобой есть? Битва за выживание. Это обычный. Давай посмотрим.
Гатс против Тодзи. Ну, тут, наверное, нам надо будет взять бронитозавр. И возьмем, наверное, с тобой майюнгозавра. Поехали. Мы с тобой должны здесь победить. Мы просто обязаны здесь победить. Давай я плюшку сделаем ему. На тебе. Такой сразу. О, о, а что такое, я не понял. Кто мне хвостом дал по морде? Кто, вот кто. Он меняет, ребята, он берет Тодзю. Он берет Тодзю. 83 к атаке. А я, пожалуй-ка, наверное, все-таки. А я возьму вот так вот. Два бонуса. Он не стал атаковать. Правильно, правильно делать, что не стал атаковать, потому что буду атаковать его я. Иди отсюда, хлыщ. Но он себе взял очень много очков действий, поэтому Гарц может меня... Нет, он меня не ушатает. 49 плюс... Ну, даже по полтиннику если взять. Хотя сейчас посмотрим. Ты смотри-ка, вырубил. Ну что, майюнгозавр, давай, шлепни его, пожалуйста. Вот и все. Ну, я считаю, что для начала очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Жалко, у нас, конечно, сегодня очень мало событий. Но что есть, то и проходим. Так-с, давай дальше. Второй поединочек. Здесь Ютараптор плюс Аргентинозавр. Так, против Ютараптора я возьму, наверное, Лимносцелиса. А против Аргентинозавра я возьму Гуанлун. Погнали. Это будет хорошая командочка. Так, ну что, наверное, хлопнем его, да, разочек? Чтоб знал свое место. На. Смотрим. Ну, я думаю, что нет смысла ему менять. А он меняет. Я считаю, что это зря. Я считаю, что это зря, потому что мы с тобой сделаем вот так. Я возьму еще и бонус. Так, а я случайно не погорячился ли? Я, по-моему, не погорячился. Так, опять меняем. И три атаки я сливаю. Все, крышка тебе, парень. Ну давай, иди сюда, аргентинозавр. Какие у тебя действия? Звездануть, уничтожить меня, да? Я тебя понял. Вопросов нету. Ты уж извини, браток, но придется тебя ликвидировать. Давай, ребята, по полной программе сейчас вмажем ему. Вот и все, я расплылся. Аргентинозавр. Так, это второй поединок. И остается у нас еще последний, третий. Не расслабляемся. Каждый мускул напряжен. Шучу, ребята, можете расслабиться, потому что все равно будет выигрыш за нами. Коллаборинг, против него возьмем аргентинозавра. А вот против Тодзи мы возьмем с тобой алангозавра. И поверь мне, здесь никто не устоит. Даже если мы с тобой аргентинозавра вдруг по какой-то причине сольем, то алангозавр, ну ты сам понимаешь. Это же гибрид. Ну что, коллаборинг, меняешь? Ты думаешь, ты в этом выиграешь в своей замене? Я что-то сомневаюсь. Еще и атакует. Смотри, что сейчас будет. Мы ушатываем с одной плюшки Тодзю. Ну и то же самое сделаем с коллаборингом. Давай, вызывай свою птичку. Вот он явился, не запылился. Тут тебе тоже, парень, ничего уже не поможет. Ты уж извини. Так вот тут залетайте. Поехали. Хлоп. И все. И распластал. Все события, которые были доступны, мы прошли. Надо будет сейчас еще ежедневки сделать. Так, набор еды. Шикарно. Вау. Слушай, не хватит, да, чуть-чуть, по-моему? Чуть-чуть буквально, ребят, не хватает. Твою ж налево.
Где же нам с тобой... А, подожди-ка, за... Нет, за ежедневки нам не дают. К сожалению. Очки доверий. Что же тогда нам сделать? Что же нам... А что у нас тут светится? Как будто такое ощущение, что... Есть что выводить из свеженького, из новенького. Но, по-моему, нету ничего. Просто стега. Галимим. Монолофозавр. Да, ну, нету ничего, ребят. Эх, ну главное, что у нас появился спинозавр. Вот это круто. Вот аэротитана бы мне еще, если честно. Далихари Хопс. Так, это обычный. Они стоят, конечно, офигеть, ребята. 2500 ДНК. Ценники, конечно, зашкаливают. Но зато у нас появится еще один. Пеликаниптерикс, ё-моё. Ой, как же тяжело их произносить, а? Язык коверкаешь. Ну что, давай посмотрим, что у нас там по ежедневкам. Что нам... Подожди, вот. Собрать моды. Давай-ка быстренько. А, кстати, нет, дают нам очки действий. Дают, ребята. Так, ну давай, давай. Крутим. Обычные моды. Ну, могли бы дать, блин, и пак. Что за жадничали-то, а? Так было тяжело мне подкинуть пак. Так, единство. Повышает показатель всей команды так на 10%. Окей. Это мы с тобой выполнили. Вот, видишь? Кстати, нам сейчас хватит, ребята. Полностью. Прикинь, 9999. Так, принять любое PvP-сражение. Ну что, мы с тобой хищников отыграли. Давай-ка мы, наверное, сделаем с тобой следующее. Водное. Артакантус. Возьмем с тобой ромалиозавра. И вместе с ним пойдет еще, наверное... Ну, давай Зуходуса возьмем. Так уж и быть. Надо не забыть плезиозавров скрестить. Ну, кто там против нас выйдет? Покажите, пожалуйста. Ого. Ого. Первый что-то мне не особо нравится, если честно. 813 атаки. Ёк-макарёк. Ну тут надо брать защиту однозначно. А как я его должен уничтожать? Так, по-моему, у нас... Ромалиозавр, по-моему, да? Или кто у нас против вот этих вот хорошо действует? Сейчас глянем. Ты что ли? Блин, у нас нету, да? Того самого динозавра, который бы хорошо действовал против них. Давай так сделаем. Ой, по-моему, мне крышка. Сейчас он звезданет. Что-то не то, ребят. Что-то мутит воду. Что-то он мутит воду какую-то. Даже если я его буду сейчас атаковать. Ну, давай все-таки сделаем, чтобы... Нет. Мы, наверное, лучше сделаем, знаешь, как? Возьмем вот так вот. Ромалиозавра. И вот так вот. Три защиты взял, прикинь. Окей. Все. Крышка ему должна быть, по идее. Мы сейчас должны его запинать. Наверное. Но для этого мне придется слить абсолютно всю атаку. 2600, да? Вот этого будет достаточно. Проехали. Опа. И на помоечку полетел. Так, здесь-то у нас что? Неужели вырубит, а? Он может. Нет, ничего у него не вышло. У него ничего не вышло. Значит, делаем так. Раз, два, три.
Раз, два, три. Блин, я опять просчитался, ребят. А нет, все отлично, все хорошо. Так, и выходит Мауязавр. 345 к атаке. Все, Зуходус, да, или как тебя звать там? Сейчас будем бомбить его. Будем его прожаривать. И у нас это получится, поверь мне. Давай, 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 родной мой. Убирает скорость. На тебе. Ну что, я нас поздравляю с этой хорошей, отличной победой. Так, сейчас мы еще с тобой золотой пак откроем. Угу. Золотой пак. Ну, он называется чистое золото. Ну, золотой пак тоже можно назвать. Так, приз любителя. Хавчик. Наверное, еще разочек сейчас глянем. Поехали. Так, что нам здесь выпадет? Еда, понятно. Ну что, закрываем это все дело и забираем наши награды. Так, 10 тысяч есть, это уже радует. И наш пак ежедневный. Так, 400 ДНК, неплохо. 35 баксов тоже неплохо. И кольцевой картодром. 2880 монет за 2 часа. И еще 95 очков доверия в плюсике. Так, забираем с тобой здесь ДНК. Как-то так. Ну что, где у нас там рынок? Подожди секундочку, я уже забыл. Где мы с тобой покупаем набор карточек, да? Здесь вроде бы. Чё-то я забыл. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Так будет проще найти. Ну что, чистое золото, ребята. Будем надеяться, на выпадет что-нибудь отлично. Так, я вижу, вижу легендочку там какую-то. И это у нас... Вау, это новый, ребят, такого у меня не было. Уэрхозавр. Блин, я обожаю, когда получаешь новых динозавров. Просто круто. Просто чётенько. Так, нужно будет его обязательно вывести. Так, где он там? Это не просто легенда, это бриллиантовая легенда, да, я так понимаю? Точно, ребята. Травоядник. Чем-то напоминает мне Тодзио. Но это далеко не Тодзио. Вот как-то так. Чуть-чуть нам не хватает, ребята, чтобы получить левел ап 48. Но я думаю, в следующей серии мы это дело исправим, да? Круто. Сегодня у нас получается что? Ну, картозавра мы вывели, да? Плюс мы получили с тобой сегодня гибрид. Плюс, вот он, гибрид наш. Плюс мы поставили с тобой еще делаться один гибрид, который, вот он, Пеликанептерикс. И плюс еще получили с тобой легенду. В общем, серия, я считаю, удачная. Ну, а на этом, друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!